Вот сегодня 3 сентября 2015 года, среда, Потеряевка. Не пришел сегодня бульдозер, ну и решили все маленько тут картошку покопать. Вот, значит, Никита вот копает, я ее вырыл, поколол наполовину. Володя ботву собирает, вытряхивает. Вот и Анна. Это, я говорю, Беларусь ославилась всегда картошкой, там, не знаю, бульбой вас назвать или как. Вот. Ну и Виктор Николаевич, ты тоже поспел. Ну покажите, чтобы в руках видно было, какая картошка. Ну как видите, покажите, нынче особенно картофельный год. Во. Вот она какая, чтобы видно было. Господь дал как. И Анна собрала. Ну вот видишь как. О, Никита сюда, шагну я к нему. Вот так. С руками можно сравнить, какая картошка. Вот она лежит. Это не то, что там выбирали специально. Чуть-чуть только так. Она такая. Это вот дом, соседи ему. Дальше там видно батюшкин дом. Ну, а рядом храм. Вот храмовую дорогу там пытались сделать. Но пока ничего нету толку, потому что бульдозер не идет. Трейлер что-то у них потребовал ремонта. Сегодня ждали определенно, но ничего нет. Вот огромные это поля, просто огромные, страшно. Вот они где. Ну, это показываю на солнце, наверное, ничего не будет видно. А тут вот столбы, провода идут на пруд лагерный. Качает насос, техническая вода. Что-то там неладно, видите, с выключателем или с чем там, с розеткой. Там не включается. Сделал насос-то. Помоги им, а то скоро без воды технической останемся. Вот как. Уже и пробки принесли с лагеря. Вот, вот за деревья, прямо вот за этими деревьями пруд начинается. Пруд. Насос сам работает. А вон лагерь где, видать. Да, мы в лагерь носили его. Качели лагерные, макушка чуть-чуть. Я в низинке стою. Ну, пошел Сергей, уже встает. Слава Богу. Я пришел, говорю, не знаю, живой ты, мертвый. Что-то говорит, не слышно, как будто бы заупокойный. За, я говорю, за такого жениха никто и свататься не будет. Вот так. Показать. Бульбу нашу. Это я свой сапог поставил рядом. 46 размер. На 3 размера больше. Это принесли. Сейчас вот буду собирать в мешки. И в подвал пока. Все. Отошел.